Душевный базар уже традиционно проводят в Чите в преддверии Нового года. Акция с самого начала понравилась горожанам, ведь делать добро таким образом легко и приятно. Покупая для себя и своих близких милые вещички, сделанные школьниками, автоматически помогаешь семьям с тяжело больными детьми. В этом году акция объединила несколько благотворительных организаций. Это фонды «Светоч» и «Сердечко Святой Серафимы», поисковый отряд имени Кости Долгова. Также активное участие в душевном базаре принимали волонтеры-школьники Читинской городской детской общественной организации «Родничок» и отряда «Альтернатива» Читинского политехнического колледжа. Мы делали новогодние игрушки все вместе и открытки. Мы сделали их очень много, мы хотим просто помочь детям, которые болеют. 3 года наше объединение «Родничок» помогает больным детям нашими подделками, то есть мы проводим мастер-классы. Организаторы акции от всей души благодарят всех, кто принимал участие в этой ярмарке, ребят, которые мастерили игрушки и подделки, и, конечно, всех покупателей. Несмотря на то, что душевный базар завершил свою работу, вы все еще можете купить эксклюзивные подарки и открытки для своих близких. Сделать это можно по адресу улица Хабаровская, 6, творческая студия «Манго». Спешите, подделок осталось не так много. Ну и, конечно, помочь тяжело больным детям можно прямо сейчас, отправив любую сумму на карту благотворительного фонда «Светоч». Она прикреплена к номеру телефона, который вы видите на экране. Светлана Тулунова, Юлия Тимошенко, Анатолий Тюльнев. Время новостей.